Так, сегодня будем менять вот эту вот такую вот воздуходувку и заменять, точнее, доливать охлаждающую жидкость в проектор. Вот он наш любимый проектор. Так, вынимается оно у нас просто. Это мы тоже снимем. Будем снимать заднюю крышку. Наверное, еще вот эту крышку. Вот наша воздуходувка в проекторе. Вот она установлена. Так, такой блок мы уже тоже меняли когда-то. Это блок питания. Так, приступим к снятию крышечки. Так, а это не так и тоже. Да просто мы ее вынимали, она вставлялась. Сейчас мы его чуть отожмем и сейчас откроем. Так, ну и что, в каком оно состоянии? Вот обдувка начала, она уже получается шуршать, если слышен звук. Сейчас я крутану. Ну, звук слышен. Как подшипники свистят. Вот под обдувка это стоит новая, что-то около 40 косарей новая. Раньше она стоила 17 тысяч. Или 16, когда доллар был еще по 34. Вот. А сейчас это все в два раза дороже, около 40. Вот, ну, свист слышен, так что сейчас мы будем ее менять. Так, и попросили нас посмотреть, здесь установлена какая-то заглушка от света. Получается, с фонарного отсека сюда не попадает свет. Вот. И вот этот пластик в довольно-таки неплохом состоянии по сравнению с первой серией проекторов, у которых попадал в этот отсек свет от ксеноновой лампы, и пластик вот этот полностью весь разваливался, его вело, отлетали лопасти, получается, и, ну, вплоть до того, что угрожало, как сказать, разрушению лампы. Вот, если вовремя не заменить, лопасти могли влетать в этот вот отсек, получается, который фонарный. Ну вот как-то так. Сейчас наша задача демонтировать эту обдувку и вставить новую. Отключили мы здесь питание. Вот, и нам необходимо для того, чтобы отключить наш вентилятор, точнее вытащить наш вентилятор, нам необходимо отсоединить вот эти вот два разъема. Так, давайте запомним по цветам: слева черный, справа красный. Вот, сейчас мы отсоединим наши клеммы. Одна вышла. Все, я отсоединил разъемы. Теперь нам, в принципе, ничего не мешает. Вот, и можно приступить к демонтажу нашей вытяжки. Так, для того, чтобы снять данную обдувку, нам необходимо со стороны фонаря, отражателя, вот, открутить 4 болта здесь, здесь и 2 снизу. Вот, что мы сейчас и сделаем. И последний болт. И можно будет вынимать нашу обдувку. Все. Что там? Ветряк мешает. Его вверх надо поднять. Вот эту вот. Стой, ветряк. Ветряк мешает, иди сам посмотри, чтобы он не погнули. Сейчас. Все, давай. Просто на себя вот эту вот отжимаю. Подогнули, конечно, его.
Все не мешается. Да, делают все впритык. Все, мы извлекли старую обдувку. Так, по сравнению, я хочу по звуку сравнить сейчас. Новая и старая разница. Так, вот они две обдувки. Крутим сейчас старую. Шебуршат, подшипники слышно. Не знаю, как на камеру, я лично слышу. А, ну пластик, конечно, тут уже подушатанный. Вот где свет попадал, все мягкое. Вот сам корпус. Так, ну и, соответственно, давайте послушаем, как работает новая. Никаких лишних шумов. Абсолютно бесшумно. Так, и вот стоит шторка, которая предотвращает попадание света, получается, на вот эти лопасти этой обдувки. В первой серии проекторов такого не было. Сейчас я опущу немножко камеру, чтобы было понятно, как оно работает. Вот свет, получается, она перегораживает. Ну, сейчас будем устанавливать новый вентилятор обдува на свое место. Вот, и потом приступим к доливу охлаждающей жидкости. Итак, вот мы поставили две этих наши обдувки. Ну вот, слышен звук, как тарахтит, подшипник свистит. Вот, и новая. Абсолютно никакого звука. Ну и состояние, конечно, уже хуже этих лопастей. Конечно, отработало 5 лет, все понятно, надо менять. И обратите внимание, вот здесь пластик истончился от влияния тепла и света, а здесь, ну, все как и было. Так, еще у нас задача, вот этот флажок нужно будет в другом кинотеатре утяжелить. Вот, здесь пока мы ничего трогать не будем, просто для факта. Вот, просто флажочек. И надо его будет подутяжелить. Так, ну что, можно все собирать. Сейчас приступим к установке. Вставляем новую обдувку. Сюда. Все, село оно на свое место. Так, разъемчики теперь назад, болтики назад, и последние два крепежных болта. Вот, ладно, здесь все понятно, осталось просто прикрутить. Сейчас я открою крышку матричного блока и будем менять охлаждающую жидкость. Так, открываем нашу верхнюю крышку и что мы здесь видим. А видим мы здесь вот бачок с жидкостью, с охлаждающей. Вот, давайте я вам продемонстрирую. Вот так выглядит бачок, и жидкость практически на шкале минимум. Вот, сейчас будем доливать новую. Так, для того, чтобы долить, необходимо открутить вот эту вот пробку. Помочь может чем, нет? Так, пробочку я открутил.
И теперь дольем вот такую вот синюю жидкость. Лить надо очень аккуратно. Я не знаю, наверное, возьму олейку. Если она зайдет туда. Фу, капнула. Это используется какой-то этиленгликоль, по-моему. Вот, жидкость непростая. Канистра тоже стоила по старым временам, по-моему, около 9000 или 11, что-то такое. Так, налью я по верх этикетки, вот, чтобы было чуть-чуть выше наклейки. Вот, ну, как-то так. Так, сольем мы все с нашей леечки. Вот, чтобы не капнуло вовнутрь. И закрутим нашу пробочку. И это мы сейчас проведем и со вторым проектором тоже. Все, жидкость мы долили. Обдувку поменяли. Можно сейчас будет скоро включить проектор и проверить, как оно работает. Так, и теперь необходимо закрыть обратно верхнюю крышку. Ну и пока все. Так, ну и осталось несколько финальных штрихов. Закрыть заднюю крышку и боковые. Вот, ну, наверное, на этом я видео закончу. Все, всем до новых встреч и пока.